Друзі, усім привіт! Ви на YouTube-каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Дякую, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Давайте звернемось до вас з декількома проханнями на старті нашої програми. Не забувати підписуватись на Фабрику Новин. Так само, як і не забувати підписуватись на YouTube-канал моєї чарівної гості, пані Тетяни Мартинової, журналістки білоруської опозиційної політикині. В неї власний YouTube-канал Тетяна Мартинова, він так і називається. Підпишіться, будь ласка, просто зараз зайдіть і зробіть це. Я підписаний і вам також раджу. Пані Тетяна, дякую. Чарівна Тетяна, радий бачити. Добрий день, слава радий Україні, живе Білорусь. Всіх і вас, Юрій, як завжди, і всіх наших глядачів. Спасибо огромное, что вы с нами. Я всегда очень вам рад. У нас сегодня есть несколько тем к обсуждению. И обычно, как по старой доброй традиции, я всегда спрашиваю: Танечка, а как там в Беларуси? А что там Лукашенко? А будет ли нападение? А какие, значит, направления? А ядерное оружие и так далее. Сегодня я решил несколько отойти от этой традиции, но про Беларусь мы тоже поговорим. И вот почему отойти. Потому что вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего обращения к украинскому народу сказал следующее. КНДР практически включилась в войну РФ против Украины. Среди главного был доклад разведок службы внешней разведки ИГУР о намерениях россиян на осень-зиму. Все достаточно подробно. Практически включение в войну Северной Кореи. И я когда прочитал эту новость перед, ну, вчера вечером и сегодня вспомнил перед нашим эфиром, я поймался на мысли, что я бесконечно у вас спрашиваю, нападет Беларусь или нет, войска готовы или нет. А тут оказывается, что парень решил пойти по другому сценарию. То есть он решил привлечь Северную Корею и при этом оставить Беларусь в том статусе, в котором она есть. Ну вообще пухляк, по идее, должен был сидеть у себя тихо в Северной Корее и не отсвечивать, что, собственно, ему было позволено по консенсусу всех стран. И нехай там эти северные корейцы жрут траву. Мы живем в циничном мире. Но этот эксперимент, you are welcome, inside of your country. Sorry, два дня на английском. Короче, вообще какой-то бред, если честно. Ну, то, что, не то, что Зеленский сказал, да, а то, что сказал Зеленский, подтвердил ГУР там и так далее. Ну, это вообще не укладывается ни в какую логику любых договорников, даже самых циничных. Понимаете? И это очень странно лично для меня, потому что есть вещи понятные, есть внезапные. Вот это внезапное. Понимаете? Понятно, что Китай, даже если там что-то будет делать, втихаря под шумок, да, но если Америка ему скажет ню-ню-ню и погрозит пальчиком, он скажет не-не-не, все, и отползет. То Северная Корея, это вообще такая вот, ну хорошо, ну ядерка, ладно, окей. Но они же даже ничего не успеют применить. То есть, по сути, Северная Корея уничтожается за час. Просто за полчаса. Да? Вот, поэтому это какой-то очередной такой виток какой-то, знаете, вот надо какую-то очередную точку накалить. Вот в хамаме, да, есть такая штука. Когда вам не хватает пара, надо найти датчик и полить на него холодной водой. И тогда, значит, он среагирует, и у вас, соответственно, появится больше парной, если вам холодно в хамаме. То же самое здесь. У меня такое ощущение, что вот решили полить водой холодной вот этот датчик, чтобы накалить еще и там. И правильно, правильно, потому что это тоже точка напряжения, которая должна быть уничтожена, я имею в виду, да, по итогам всего, для того, чтобы нам было легче. Но мы же знаем, что как минимум оружие они точно поставляют. И конечно, это все едет, да, эшелонами. То есть получается, что мы не знаем, на самом деле, да, как будет дальше развиваться ситуация. Может, это так, а может, это и не так. Может, есть информация, которая находит свое подтверждение, и такие планы есть. А может, есть информация, но вот этот план с привлечением военнослужащих Северной Кореи, он не реализуется. Я не знаю, но возникает на самом деле очень много вопросов. Потому что, во-первых, как может отреагировать на это Запад? Почему западные разведки молчат? Почему они не говорят, что Северная Корея вмешивается в эту войну? Почему мы совбез не созываем? Не могут ли обвинить Зеленского в том, что, как знаете, Трамп говорит в последнее время, это лучший торговец, то есть он выторговывает таким образом оружие. Мне не хочется, чтобы про моего президента вот так вот говорили. Но найдутся люди, Фицо, Орбан, Трамп, республиканцы, кто-то еще, кто об этом обязательно скажет. Вот, мол, Зеленский специально об этом говорит, чтобы привлечь больше к себе внимания и больше оружия получить
за то, что вот Северная Корея. Более того, он хочет привлечь страны Европы и Соединенных Штатов в эту войну, потому что если северокорейские военные здесь, значит, американские тоже должны быть. Вот план президента. Я не хочу, чтобы вот пресса писала об этом, и чтобы реально с этой точки зрения рассматривали вот это заявление президента. Поэтому хочу спросить, насколько это все продумано? Может, сначала нужно было с партнерами проработать, союзникам рассказать, ознакомиться с там секретными какими-то разведданными, передать эти разведданные, после этого так делать? А может, это уже сделано, я не знаю. Но вопросов много, согласитесь. Смотрите, в чем разница между прессой, которая может писать все, что угодно, максимум на нее подадут в суд, да, и она закроется, потому что суд присудит ей такие выплаты за нанесение морального вреда, что просто она не потянет. Вот. Это все, что грозит прессе. Ну, может быть, там в каких-то странах есть уголовное наказание, ну, то так и. Что такое разведка? Если она вот реально есть, представитель госорганов, да, разведслужб там и так далее. И он нечто говорит. Но он же сначала говорит это где? Понятно, что не в прессе. Он сначала говорит это, он идет с докладом к политику. Ну, к президенту, я не знаю, к премьеру там и так далее. То есть вот он что-то узнал, разведслужба. Они составили отчет, аналитическую справку. Я почему чисто технически? Потому что тогда вопросы вот эти вот, они немножко снимаются. Ну, как минимум, они становятся менее острыми. Значит, они узнали, что Северная Корея сделала. У главы там, не знаю, разведслужбы было совещание, да, у главы внешней разведки. И, соответственно, написан доклад, с которым он идет, вот самый главный в разведке, к самому главному политику, президенту, премьеру и так далее, на общее совещание. В Украине это СНБО, да? В каждой стране это какие-то свои, да, четыре буквы, которые там объединяют все силовые блоки там и так далее, да? Когда к президенту США приходят на доклад одновременно там глава Пентагона, ЦРУ, Госдепа там и так далее, и так далее. И вот они садятся, кто в овальном кабинете, кто в квадратном, кому как повезло. И реально сидят и думают, а что мы с этим барахлом будем делать? На это ж надо как-то реагировать. А там где-то, значит, есть еще кто-то, кто сливает другим. Потому что все ж как бы пытаются, да, знать, что делает противник. Или еще что-то. Или наоборот. Вот они выяснили такие, а что мы будем делать с этим? Ну, то есть, если мы это говорим, нам же надо как-то реагировать. Мы же ставили какие-то условия существования этой сраной Северной Кореи. И она до сих пор их соблюдала. А сейчас что пухляк выделывается? Страх потерял? В себя поверил? Что это? Да. Смотрите на них, как на обычных людей, у которых просто больше ресурсов и власти. Они такие, да блин, ну... А Северная Корея гораздо ближе к приличным странам, типа Японии, США. Там у них через речку, сорян, видно друг дружку. И это вам не из Москвы ракеты запускать. И такие сидят в Вашингтоне хлопцы и думают, так, хорошо, ладно, если этот крышей поехал, мы его, конечно, уничтожим за 15 минут, а мы собьем все, что он выпустил. Я еще у него оно есть, и он действительно пульнет. Не, как бы не должен, потому что они все хотят жить, они все люди. А, у них у всех есть дети, у них у всех дохрена всего, им нравится этим дохрена всего пользоваться, понимаете? Ну вот, и потом говорят, ну ладно, тогда давайте запустим пробник. Давайте мы сольем Зеленскому, пусть он скажет, а мы посмотрим на реакцию. А что в это время будет делать там Германия, не знаю, МИ-6, МОСАД, там еще кто-то. Интересно. Понимаете? Вот это вот... интересно. Вот как-то так может быть. И поэтому так много вбросов у нас. И это не потому, что там Владимир Александрович кто-то кукловодит, а потому что так правильно. Сначала прощупать почву, а потом вспомните, как снимали Залужного. Это же было. Снимут, не снимут, снимут, не снимут. Сняли подогрев общества. Там же ж военные кричали, батько наш Залужный, да не дай же ж Боже, да мы тут чуть не на Киев пойдем. Никто никуда не пошел, потому что это нормальные кадровые перестановки. У нас война на секундочку. Вот. Поэтому если мы смотрим с этой точки зрения, то тогда да, у нас полностью поломатая планета. У нас не работают договоры международные. У нас сломано все. Никто не знает, как чинить. Я в Берлине, я вчера была в Бундестаге. Никто не знает, как чинить. Понимаете? По-честному говорят люди, причем вот на каких-то официальных встречах они по-честному... Делитесь, пожалуйста, подробностями, действительно. То есть, а про Украину вообще говорят? То есть, есть какие-то инсайды?
Есть, они не знают, что делать. Самый главный инсайт, у них нет стратегии. Смотрите, когда все, вот я хочу, чтобы меня очень услышали украинцы, вот прям очень-очень, потому что, что называется, я в политике человек новый, я была в медиа, в бизнесе там и так далее. Я так плотно не общалась с людьми, которые выглядят для многих какими-то решалами, да, вот всего этого. Они такие же люди, как и мы, поверьте мне. И когда вот украинцы там что-то там говорят про Верховную Раду Украины, что там набирали клоунов, вот, у нас война, а у них политическая борьба, там вот-вот, грубо говоря, там наш этот замечательный Дунда, да, сказал, мы сейчас пойдем на Минск, депутат Дунда, депутат Шевченко сказал, он психически, да, как бы у него и справка есть. И вот периодически там какие-то даже бойки, да, совершаются, кто-то на кого-то орёт, и кто-то получает по морде. И кажется, это так страшно, это только в Украине так. Чего подобного так везде вообще? Так везде. В Бундестаге, когда, например, вот, да, сформирована коалиция, да, большинства, вот есть мажоритари, минитари, да, и, значит, вот они сформировали, и вот те, которые, да, меньшинство, они стройными рядами уходят нахер. Все. До следующих выборов, ребята, до свидания. И начинается диктатура большинства, в хорошем смысле этого слова. Но при этом меньшинство, что бы ни было, все равно назло им. А по Беларуси в Бундестаге принято две декларации. Они разные. Они об одном и том же. Но то, что приняло большинство, не поддержало меньшинство. А то, что, естественно, приняло меньшинство, не поддержало большинство. В итоге мы имеем две разных, одни одинаковые, но как бы все равно нужно как-то объяснить, что вот эти дурни, а значит, а мы умные, и наоборот. Так везде. В этом есть очень большая проблема демократии. Я сейчас очень простыми словами это все рисую, да? Но так везде. И на выборы в Америке мы должны пока смотреть только так. Все это цирк с конями. Потому что если Камала говорит вот так, то Трамп 100% должен сказать по-другому. И наоборот, если Трамп сказал так, значит, Камала выходит и говорит 100%. Они делят это. Вот эта вот борьба и популизм в массы, который должен принести голоса, вот его нужно просто воспринимать как белый шум. Понимаете? И по-другому никак. Я, знаете, в шоке была. Знаете, в чем разница между парламентом Германии, вот я вчера была в зале, и даже парламентом Беларуси и Украины, лукашенковским, у них до сих пор нет кнопок. Они голосуют руками. Юра, руками. Вы понимаете? Странно. Просто... Это реально странно. Это фу, раз, два, три, четыре. Подождите, я сбился. Что ты меня отвлекаешь? Это очень... Они переживают за нас, на самом деле. Немцы дико переживают за нас. Они переживают за вас. Вот это вот вся альтернатива для Германии и так далее. Это, ну, понятно, что это меньшинство. И понятно, что это фантомные боли, да? Они прям честно двумя руками за нас. Но есть одна большая проблема. Я вчера, когда разговаривала, я хотела спросить, а подскажите там, да, пожалуйста, Гер, тен-тен-тен. А есть ли у вас стратегия по Беларуси? Потому что мы находимся вот в очень тяжелых условиях. Но когда я услышала, что у них нет стратегии по России, какая в жопу Беларусь? Да, Юра? Типа... Типа что? Ну да, что? А мы вообще телега, которая просто привязана, болтается, как кусок говна, понимаете, за этой тачкой, да, которая летит в пропасть. Печальненько. Танечка, вернемся в Беларусь. Я вот перед нашим эфиром прочитал вот такую информацию от издания «Наша Нива». Не знаю, насколько респектабельно цитировать «Нашу Ниву», я просто не знаком со СМИ в Беларуси, так себе. Я знаю. Ну хорошо, окей, давайте я процитирую, а вот вы потом уже отреагируете. Раз выплюнули в эфир, но... Maybe. Значит, о чем пишут журналисты? В Беларуси готовятся провести превентивные обыски и задержания перед президентскими выборами. Силовики готовятся, собственно, это сделать в 2025 году. Об этом «Наша Нива» сообщает со ссылкой на некие источники. По их данным, в регионах Беларуси уже проводятся соответствующие совещания, где обсуждаются меры по тому, как провести выборы главы государства без малейших инцидентов. То есть, чтобы никто даже не пытался повесить протестные листовки, потребовать прозрачного подсчета голосов или публично выступить против кандидатуры Александра Лукашенко. Ну, не знаю, новость это или не новость, как бы, мне кажется, это очень, да, читаемо было. И вот вторая новость
от уже российских пабликов, то есть российские паблики пишут. Лукашенко поручил белорусским силовикам массово задерживать граждан страны, поддерживающих Украину в военном конфликте с РФ. Источники говорят, что президент Беларуси потребовал задерживать даже тех, кто переводил деньги в разные украинские благотворительные фонды. Ряд наблюдателей говорит, что так Лукашенко хочет выслужиться перед российским руководством. Вот я решил эти две новости объединить в одну. Что думаете, что скажете? К чему это может... Насколько все реально опасно в этом смысле? Ой, боже, испугали ежика голой жопой, простите. Значит так, смотрите, это было всегда. Наше Нива такое себе издание, я вам честно скажу. У нас с ними взаимная нелюбовь. Ага. А, да, да, они ненавидят меня, я не обращаю на них внимания. Так вот, ну это такое, капитан очевидность. Так было перед всеми выборами, всегда. Какие-то превентивные обыски. 3 дня назад на 15 суток закрыли Таню Короткевич, которая была кандидатом в президенты 15-го года. Она сидела тише воды, ниже травы, постила красивые фоточки, какая прекрасная страна, и помогала инвалидам. Как говорится, Тамара какого хера? Да? Да-да. Но понятно, что идут по тем активным, которые были, потому что они же не знают, что ничего не будет. Даже я знаю, что ничего не будет. Они не знают. Плюс им нужно отчитываться. Силовому блоку всегда, вот как главе силового блока. Значит, сначала земля отчитается перед начальниками отдела, потом начальники отдела отчитаются перед начальниками там своими сверху, полковники перед, подполковники перед полковниками, полковниками принесут наверх, и самый верхний пойдет с докладом Лукашенко. В 2020 году они уже сходили с докладом, что все будет хорошо, а у нас вышел 2020 год, поэтому всех разогнали, были страшные чистки и страшные разборки. Естественно, сейчас они это делают. На что это повлияет? Да ни на что. Русакам в принципе важно, чтобы не прекращались репрессии. А к нам вчера гонца прислали сюда, здесь в Берлине, просто 2 дня большие конференции там и так далее, именно по Беларуси. Приехал один товарищ, так сказать, с посланием, присел на уши Тихановской. Я подошла, сказала, передавай и вали отсюда нахрен. Светлана Георгиевна такая, Таня? Я говорю, что Таня? Что Таня? Какого черта человек, работающий на КГБ, приехал в Германию и его пустили? Алло. Понятно, что он приехал по заданию. Я сейчас просто не буду говорить имя, фамилию, потому что если как бы, да, то, в общем-то, его опять закроют. Ну, пусть погуляет на свободе, хорошо. А я поконтролирую, чтобы он тут особо по Европе не шарился. Вот. Ну, то есть, им плохо. А месседж, какой месседж? Смотрите, это очень важно для понимания. Вернуть послов. Да? То есть легитимизация Лукашенко на этих выборах, им она очень нужна, потому что у них не хватает, понимаете как, в той ситуации, в которой сегодня страна, самый лживый месседж, что она в ней прекрасно проживет еще 10 лет. Да, проживет, только не прекрасно. И чем это может закончиться, вот эти качели, это большой вопрос. И им очень важно сейчас снятие санкций, хотя бы частичное. Я даже знаю, каких. Им нужно всего 2 вещи, и они снова в шоколаде. Калийка и перелеты, авиаперелеты. И признание, и чтобы в Минск опять вернули послов. Хорошо, чтобы... они могут требовать все, что угодно. А что взамен? Ну, то есть, да, да, мы хотим послов, мы хотим калийку, мы хотим, чтобы авиаперелеты. А взамен-то что ты дашь? А он же уже освободил аж 70 человек. Это у него вот такой взамен, понимаете? Ага. И здесь нам очень важно всем. Я вчера задавала вопрос послам, представителям Евросоюза, координаторам, да, по сотрудничеству с нашими странами. Только один вопрос. Вот меня вчера здесь, на всех конференциях и на всех встречах был только один вопрос. Коллеги, вы говорите, что Беларусь идет в будущем, естественно, в европейскую семью, что да, Лукашенко нас довел, там да, и белорусы, не Лукашенко, окей, гайс, я это знаю без вас, как бы и круто, что это вы понимаете, да, но если Лукашенко в 2025 году выигрывает выборы, а он их выиграет, потому что это не выборы, он такой приходит, говорит, так, Карпенко, это сейчас тот, который председатель ЦИК, бывший министр образования, коммунист, Игорь, значит, сюда иди, значит, рисуй мне 97.
перекручиваю. Значит, Света 3% теперь будет, а я 97, Карпенко. Yes, мой генерал. Значит, и уходит рисовать. Все, дальше. Наблюдатели приглашаются из какой? Зимбабве. Вот это, вот это, вот это. Да, все, that's okay. А, и дальше он говорит, ну все, я президент. Опять снова, смотрите, никаких не будет выступлений, это понятно, потому что там некому уже выходить. Окей. И дальше он говорит, а прости меня, Васенька, дуру старую, помните, как в Ширли-Мырли, да? Иоанн Израильевич лежит роялем придавленный, вы плачете, сиську просите. И он говорит, вот, простите меня, старого дурака, я ж многовекторный, мы ж за мир всегда были и так далее. Пожалуйста, верни, мы хотим европейскую семью. Беларусь не просто... Он начал после выборов, да, говорит. Да, со знаком качества. Они же европейцы. Он опять возобновит нарратив Макея покойного. Это Беларусь, это восточная Швейцария, там, да, юго-восточная. И славянская Швейцария. И он такой, я говорю, а, и вот в этот. Причем он наобещает вам 7 бочек арестантов. Что вы в этот момент? Вы будете пожимать ему руку? Вы скажете, окей, я бы не было войны. Вам же будет удобно. И бизнесу as usual будет удобно, который сегодня теряет деньги. Потому что классно же работали до 2020 года. Ни один человек не сказал да. Все сказали нет. Но есть у меня один посол, очень дружественный, бывший в Беларуси. Не скажу, с какой страны. Но вот вообще, мы с ним такие, close friend. Он сказал, все так. Никто не пожмет. Нет, не будет ничего. Есть один нюанс. Это правда? By the way and by today. Ну, тяжело не согласиться с ним, потому что реально вот логика диктует именно так. Потому что, тут с чего мы начали наш разговор, на сегодня так, но что-то случится в мире, да, и будет не так. Да. Аня, а есть, я понимаю, что, возможно, это очень наивный вопрос, но вырисовывается ли хоть какой-либо оппозиционный претендент, настоящий оппозиционный претендент на участие в президентских выборах или без выборов, по-разному это можно называть, или они там возьмут, условно, ну, как Путин взял, да, там троих, вот нарисуйте по 3-4%, мне давайте там 90, условно говоря, или же там, я не знаю, то есть придумай что-то еще. Какая конфигурация в этом смысле может быть на так называемых выборах? Никакая вообще, вообще никакая, не будет никаких. Будет какая-нибудь Конопатская, говорящие сиськи, будет какой-нибудь Гайдукевич, правая рука, значит, будет какой-нибудь, там, не знаю, ноунейм из какого-нибудь колхоза. Ну, короче, он не будет больше никогда так рисковать, как это как было. Как с Тихановской? Да, да, нет. Даже любой человек, который, нет, Черечень, может выскочить. Ну, такие ручные собачки. Дело в том, что 2020 год сделал, по сути, Бабарика. Никакой не Тихановский. Никакой не... там, кто там у нас был? Цыпкал. Да. Его сделал Бабарик. И он бы выиграл. Бабарика, Виктор Бабарик – это тот, кто, да, сейчас сидит. Правильно я понимаю? Да, 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 да. Виктор Бабарик. В этом году не будет ни одной сильной фигуры. Ну, просто. В 25-м я имею в виду. У него задача, это правда, она поставлена. Он говорит об этом вслух. Это же никакая вот... Мне так нравится наша Нива, которая... У них инсайдерская инфа. Он 25 раз сказал за последний месяц на каждой своей публичной встрече. Выборы должны быть идеальными. Мы должны показать миру, как проходят идеальные выборы. Тише воды, ниже травы. Комар носу не подточил. И все поговорки, которые он который когда-либо знал с детства, которые соответствуют этому моменту. А у нашей Нивы инсайд. Йоколоманы. Не, я понимаю, на самом деле, да, как это звучит, потому что даже я, ну, человек, который там условно вне белорусского контекста, могу понять, что это не инсайт, это история, которую можно просчитать легко, спрогнозировать. Здесь даже Лукашенко слушать нельзя, не надо, вернее. То есть так можно будет, понять, как, да, он себя будет вести и так далее. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, Татьяна, как должен отреагировать на эти выборы, так называемые, мир? Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки. Все будет по старой классике? Или в этот раз должно быть что-то иное, я не знаю? То есть, каким образом они должны сказать свое «да» или свое «нет»? Потому что, ну, его не признают там президентом легитимным. Но все равно
Извините, звонят, извините, там руки где-то жмут, извините, все равно обращаются, там, господин президент или там, господин председатель Республики Беларусь. Это же ничего не меняет по факту. А вот что они практически могут сделать? Не-не-не-не-не, секундочку, никто его президентом не называет, только по ошибке, если. Руки ему не жмут, то, что в кулуарах там кто-то с ним разговаривает, да и понятно. Так и с пухляком. Я попался, Таня, я попался на его фейк, потому что это он в интервью, по-моему, Попову или Киселеву, уж не помню, сказал, что ко мне действительно канцлер Германии обращался как господин президент. Это я просто вспомнил и сказал. Да, это с его слов, только с его слов. Это важно. Это было один раз после 2020 года. Это сделала Ангела Меркель. Когда пошел очень вот первая волна в ноябре 2021 года мигрантского кризиса, когда 3000, помните, шло на границу с Польшей, и тогда она позвонила Лукашенко, это правда, и назвала его господин президент. Это было один раз. За что все белорусы сказали, отберите у тетки телефон, она уже не президент. Ну, она передала эстафету Макрону, который взял этот телефон и начал звонить Путину. Да, вы понимаете, мы такие, ну, она же тогда уже не была при своей должности, поэтому это не считается. Но это правда, это было один раз. И все. У нас была целая кампания, которую мы проводили под эгидой Тихановской. Не называйте его президентом. Это та же кампания, которую я проводила 2 года в Украине. Не называйте его батькой. И я, наконец, победила. Практически все уже перестали называть. Да. Вот. Последний там, я не знаю, Магде вот мне еще надо настучать по голове, чтобы он тоже перестал. Но он неуправляемый. Ну вот, значит... Так вот, я к чему? Значит, никто его не называет, руки ему не жмут. Да, естественно, кулуарные разговоры. Помните, опять же, депутат Шевченко приезжал в Беларусь и потом рассказывал, какой крутой, значит, Александр Лукашенко. Но это частный порядок. На официальном уровне его уже нет. И на данный момент нам нельзя просто... Я понимаю, что люди в тюрьме. Я понимаю, у нас огромные проблемы с документами. Мы тут все как говно в проруби. Белорусы, я имею в виду, да, из-за него по миру. Но нам нужно еще немножко потерпеть, собраться. Зеркальные санкции с Россией, никакой легитимации, никаких послов, ничего. Вот как был изгой, вот пусть он катается в Зимбабве, в экваториальную Гвинею, в Монголию, я ощущу, и к своему другу Си. Все. Ни в одну приличную компанию выпускать нельзя. И не просто так. Помните, мы обсуждали с вами то, что Литва подала в Международный уголовный суд? Да, да, вот вперед, вот туда. Туда. Я понимаю, что сегодня кажется, что это ни на что не повлияет. Повлияет. Просто это та часть нашей работы, которую мы должны делать каждый день. Понимая, что если даже мы не посмотрим на этот мир, в котором не будет таких упырей, то наши дети точно на него посмотрят. Лиза, такая классная точка в рамках эфира. Вот вы так классно подвели. Я бы поставил эту точку, но можно вот еще минутка буквально? Хочу вас спросить, у меня, наверное, 2 вопроса. Если сочтете нужным, прокомментируйте. Первый касается того, что Путин наградил его там высшей государственной наградой России, да, орденом Андрея Первозванного, и то, что там назаявлял Лукашенко. А второй, Танечка, вот буквально минутка. Я не знаю, видели, не видели, читали, не читали, смотрели, не смотрели интервью Протасевича, которого КГБ самолет посадил, Рейнейр, его задержали. И вот Собчак берет у него интервью, а там с ней еще и Азаренок, главный пропагандист Лукашенко, чтобы контролировать Протасевича, хоть бы он что-то там не сказал лишнего. Тот момент, когда я сожалею о том, что в Беларуси не работает карательная психиатрия. Понимаете? Вот этих всех в одну палату и галоперидолу. Вот и все. Ну, потому что такой пятиступенчатый уровень. Как-то, не знаю, остановите землю, я сойду. Ну, вот серьезно. И мы это еще и обсуждаем, мама. Это вообще не имеет права на существование, потому что это преступление против психики и моей, и вашей, и вообще нормальных людей. Преступления против психики должны наказываться по всей строгости закона. Аминь. Таня, спасибо огромное. Люблю,
Обожаю всегда наши эфиры. С огромным интересом наблюдаю за вашими эфирами на YouTube-канале Татьяна Мартынова. Призываю еще раз и вновь подписываться на наших зрителей. Спасибо, хорошего Благодарю, вам Юрий. Дня. Да, и ну что, делитесь инсайдами в будущем, что там, как поездка прошла в Берлин. Спасибо.